который присылает поздравители телеграммы. Сейчас мы видим Ирину Быкову. Против Яцковой Виктории. Ох, как... Ох, как они зацепились-то, а? Да. Уже за пределами татами. Ну-ка, конечно, это подогреет сейчас страстей, и в зрелищности этот поединок прибавит однозначно. Ирина Быкова в красном, в белом доге. Справедливое решение. Ну что, сейчас опять включится. Ну, посмотрите, в общем... Ох, какой бы удар ногой. В борьбу. Задели, задели амбиции чемпионки. Ну что, руку сейчас потащит. Попробует. Эх, не получилось. Помните, мы говорили о том, что нет какого-то коленопреклонения перед титулованными спортсменками. И мы видим, что Виктория, да, Виктория молодец, совершенно бескомпромиссно, совершенно бескомпромиссно рубится с известной титулованной легендарной Ириной Быковой. Ну что, Ира теперь подходит на дистанцию торпедного удара, так примеривается, чтобы еще... А вот начинает немножко играть. Подходит, подходит, подтаптывает. Но, в принципе, она... Мы уже говорили о том, что на чемпионате мира она нокаутировала в полуфинале японскую спортсменку, которая практически в два раза, ну, наверное, в матери годится, в плохом раскладе. Той было 37, Ирине 21. Ну что ж, ну вот Ира уже работает на публику. Ну, кстати, к слову сказать... Имея две оценки кока, она может себе это позволить.